Жильцы дома номер 29 по улице Громобоя 3 года добивались того, чтобы зеленый участок около многоэтажки не застроили, и, наконец, добились. Городские власти приняли решение закрепить за этой площадкой статус сквера. Документы уже находятся в городской думе. Поскольку с той стороны дорога, с этой стороны дорога, мы здесь находимся в такой зоне загазованной. Естественно, мы заинтересованы в том, что здесь была зеленая зона, а не административное здание, и мы не оказались на задворках. Глава города Вячеслав Сверчков и глава администрации Александр Кузьмичев лично приехали посмотреть на состояние сквера, вокруг которого возникла большая шумиха. Чиновники сообщили, что этот зеленый уголок в скором времени приведут в порядок, сделают пешеходные дорожки, установят лавочки. Возможно, здесь появится небольшой памятник. Эта территория, по мнению властей, должна стать хорошим местом отдыха для жителей близлежащих домов. Мне хотелось бы сегодня обратиться и к жителям города, чтобы иногда они активнее занимали позицию жизненную и видят, что если какие-то происходят непонятные движения, чтобы обращались напрямую и к главе администрации, и главе города, чтобы мы могли не потом уже задним числом думать, как решать проблемы. Вот. Поэтому и инвестор сегодня в сложную ситуацию попал, которому был выделен участок. Но вопрос мы закрыли юридически и фактически. Инвестору, который хотел построить здесь административное здание, было предложено несколько альтернативных земельных участков под строительство, но предприниматель от них отказался. Таким образом, в этом конфликте интересов поставлена окончательная точка. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.